Сейчас я покажу, как можно сделать болевой прием на руку, когда соперник пытается убрать колено. Когда вы находитесь в положении колена на животе, важно ставить колено не на живот, а на солнечное сплетение. Смотрите на его лицо. Вот колено на животе, а вот я поставил его на сплетение. Его лицо изменилось. Теперь, когда я буду ставить колено на солнечное сплетение, он попытается убрать его. Тогда я беру одной рукой его руку, а второй шею. И резким круговым движением я перехожу на другую сторону. Но перед тем, как упасть, я должен захватить его ногу и сесть, уже контролируя ее. Затем я провожу болевой прием. Если я не буду держать ногу и сконцентрируюсь только на руке, то он сможет прокрутиться и выйти из приема. Поэтому ее очень важно контролировать, чтобы он не смог этого сделать. Итак, еще раз. Я поставил колено, он пытается его убрать. Я захватываю его руку и шею. Очень важный момент. Когда вы захватываете руку ногами, вы должны зажать ее в середине бицепса. Вот таким образом. Если вы так сделаете и не забудете о контроле ноги и сильно зажмете ногами руку, то не важно, куда он попытается убрать свою руку. Я все равно смогу провести болевой прием. Необходимо так зажать руку, чтобы остановилось кровообращение. Тогда оппонент не сможет провернуть руку.